12 июня в Артеме начался с праздничной программы, которую посвятили большой и красивой стране – Россия. В Приморском крае сотрудники полиции проводят мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России, вручая юным гражданам страны первые паспорта. Так, акция «Я гражданин России» прошла в торжественной обстановке на Придворцовой площади. День России – это праздник единства и гордости за наше Отечество. Это праздник любви к нашей стране и к нашей Родине. Каждый из нас, каждый из вас ежедневно своим трудом, своими знаниями, своей общественной работой делает все для процветания и развития нашей страны. Желаю вам всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, а нашей стране развития и процветания. Прошел концерт творческих коллективов «Вместе мы Россия». Во время музыкальной программы прошел флешмоб. Участники развернули 6-метровый российский флаг. Я часто бывает хожу, мы с детьми ходим на такие праздники. И на 9 мая, и на 1 мая. Мы любим. Мы граждане ее, мы в ней живем. Мы стараемся для нее, как для людей. По-человечески. Ну, любим. И дети тоже везде, и в школе это все рассказывают, конечно, как мы относимся. Любим, мы же граждане ее. Любой гражданин должен гордиться своей страной. Естественно, праздник этот отмечать как самый святой, наш родной. Я житель России, это моя страна, моя родина. Я люблю ее. Волонтеры на концерте раздавали жителям трехцветные ленточки в рамках акции «Триколор». Здесь же для артемовцев работали различные интерактивные площадки. А для юных жителей города предложили создать рисунки на асфальте «Я рисую Россию». Участие смогли принять все желающие. Концерт представил всю яркую палитру артемовских талантов и широту жанров, в которых выступали творческие коллективы Артемовского городского округа. Частушки, русские народные песни и танцы, патриотические песни, современные музыкальные ритмы создавали хорошее настроение. Каждый творческий номер воспевал Россию, свою малую родину и родной край. Торжества в честь Дня России продолжились и в детском парке «Артемка». А артемовцы принимали участие в тематической викторине и мастер-классе по созданию триколора под чутким руководством библиотеки. А в библиотеке у нас сегодня проходит познавательная викторина, посвященная официальным и неофициальным символам нашей страны. А также мастер-класс. Делаем вот такое сердечко в виде цветов российского флага для всех желающих. И очень приятно, дети показывают хорошие знания, очень хорошо знают и официальные, и неофициальные, и историю нашей страны знают. Показывают вот очередные дети, пришли к нам. Правда или нет, что был у нас желто-черно-белый флаг? Есть и такие, а есть просто там, какой неофициальный символ, какое дерево является неофициальным символом, там, береза. Поэтому на разные возрастные категории есть даже отдельно для детей загадки. То есть любой может проверить свои знания и узнать что-то новое. Кроме того, детская школа искусств номер 2 проводит здесь пленэр для всех желающих. В праздничный день ребята разных возрастов рисуют красками и мелками на свежем воздухе. Дети, я буду рисовать масляной пастелью. Вот у нас еще преподаватели присутствуют, у них будет другая работа, они гуашью будут рисовать. Мы подготовили несложную работу, интересную, яркую, которую будет интересно детям рисовать. У меня вот, например, сова. Можем подвести к тому, что это представитель Приморского края, да? А с той стороны лисички. Уже второй или третий раз, наверное, мы выезжаем в город, вот на разных площадках представляем свою школу. А дети активно участвуют? Да, им нравится очень. Потом, конечно, подходят, хотят еще порисовать. Вот. Но так вообще желание есть у детей на улице присоединиться. В предыдущий раз даже две взрослые девушки с нами сидели, то есть им очень понравилось. Вероника Климова, Иван Петров, Светлана Нурик, Артемовские новости, телеканал «Лента».